пытаемся выбраться. Сань, что, решил постопить? Достопить Саня решил кого-нибудь. Хотим выбраться из Бурсы куда-нибудь. Меняется природа, с ней архитектура. Играем мы на гитарах. Мы когда-то были в... Славный мужичок нас подвез до городка. Недолго мы ехали, но с комфортом. Сань, как тебе первый стоп? Первый стоп, да нормально. Прошло вообще нормально. А мне вот как раз на заправке мне мужичок один говорит, здесь вообще никто не берет, вот, и только за деньги берут. Без денег вам никто ничего не сделает. Вот так. Так, вышли на трассу. Сейчас будем здесь стопить. Возможно, что-то получится. Так, вот, сели еще отсюда. Удалось нам все-таки. Сейчас стопануть. Саня наколдует. Крутой автостоп. Как-то уместились. Образом. Ага. Встретили еще ребят. Автостоп. Еще стопанули одного брата. Я diyorum ki konuşabileceksen konuş yoksa kapatacağım araya gel. В общем, довезли нас ребята до одной заправки, вот, и я, ну, мы думали уже, что делать, разбивать ли палатки, где-то искать место, вот, очень грязные все, вот, я написал в каучсерфинге, и одна девушка нас приняла к себе, вот, мы сегодня будем спать не на улице, не в палатках, а в хороших апартаментах, примем душ, помоемся и... Поедем дальше. Вот с таким видом мы сегодня будем жить ночь.